Рижская «Динамо» выигрывала Кубок Надежды 2013 года. Спросите у Александра Ивановича Медведева, который возглавлял тогда лигу. Он скажет, что это очень важный турнир. Внимание, Верба выходит 1-1. Скидка на Дица! Я же обещал в полуфинале, что Диц обязательно свою положит. Но в полуфинале не получилось. До финала приберег эту шайбу. 2-1. Владимир Гучек запутал несколько своих коллег. Обещал им, что Диц будет играть в обороне. Эту информацию Дмитрий передал путем смс-сообщения своей команде. А Диц и рад стараться поддержал это наступление Вербы. И забросил шайбу в ближний угол. 2-1. Дмитрий, ну каково это? Отставать в счете. Да, сегодня, вопреки тому, что у нас на дворе январь, получается вербное воскресенье. Игрок «Витязя» сегодня хорош на площадке.